Очень хотелось бы, чтобы появилось детское кино с настоящими актерами, а не только американские диджитал-мультики, которые, наверное, просто поглотили эту индустрию. И все, что детское выходит, это только все мультики. Моя любимая сказка, вот «Морозко», например, которую я смотрю несколько раз в год и показываю всем своим иностранным друзьям, которые в восторге. Хотелось, чтобы больше таких было сказок и детского кино.